Торжественный концерт ко дню первого президента состоялся и в Доме культуры молодежи. Мероприятие прошло в рамках проекта «30 звездных дней». Благодарственными письмами были отмечены ветераны труда. Уральцев поздравил аким города Абат Шыныбеков. В этот день жители страны с особой гордостью говорят о лидере нации, благодаря которому республика добилась впечатляющих успехов, а многонациональный народ Казахстана живет в мире и согласии. Уверенно смотрит в будущее. Эта идея нашла отражение в праздничном концерте, подготовленном творческим коллективом ДК молодежи. Мероприятие прошло с соблюдением всех карантинных мер. С днем первого президента уральцев поздравил аким города Абат Шыныбеков. На торжественной церемонии были отмечены заслуги 16 ветеранов труда, которые внесли большой вклад в социально-экономическое развитие Приуралья. Сегодня важный день для народа Казахстана. Поздравляю всех с праздником. Сегодня многие ветераны труда, и я в том числе, были удостоены чести получить благодарственные письма. Концерт прошел в рамках проекта «30 звездных дней», посвященного 30-летию независимости и Дню первого президента. В течение месяца в Уральске будут организованы различные мероприятия. Перед началом праздничного концерта жители Приуралья смогли ознакомиться с выставкой местного фотографа Гордея Трещенкова.